Саратов ожидает массовое отключение воды. Жители Ленинского и Кировского районов останутся без ресурса на 2 дня. Абоненты будут переключены на новый магистральный водопровод, построенный в рамках инвестиционной программы. В связи с чем будет на время отключена холодная вода. Об этом сообщает компания концессии водоснабжения «Саратов». Проведение работ запланировано с часа ночи 16 сентября до 10 вечера следующего дня. Без воды останутся 1593 дома, более 100 организаций, школы, сады, поликлиники, котельные и другие предприятия. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте saratov24.tv. Самое масштабное отключение в городе Саратове за последние 7 лет. Насосную станцию с 2013 года в Вольскую не останавливали. Объект инвестиционной программы – водовод от насосной станции Вольская до Московского шоссе. 6,5 километров диаметром 1000 миллиметров. Уникальный объект, такие строились только в советские времена. Отключение длительное. В отключение попадет Кировский и Ленинский район города Саратова. Достаточно большой массив. Но учитывая, что впереди зима, нам необходимо этот водовод ввести, жители будут своевременно оповещены, необходимо будет сделать запас воды. Также мы проговорим с торговыми сетями, чтобы создали необходимый запас бутилированной воды.